Так, время около 8 утра. Мы на поляне Азау. Переночевали. Сейчас пойдем к речке Гарабаши. У нее будем обедать. Точнее, завтракать. Позавтракаем и пойдем на Чигет. Сегодня будет солнечная погода. Вот солнце скоро там из-за гор начнет появляться. И начали приезжать первые катальщики на горных лыжах и сноубордах. Вот мы начали на такой стояночке припаркованы. Переночевали, в принципе, нормально. Ночью был минус 10. Сейчас минус 5. Вот, в общем, приключения начинаются. И вот мы сейчас двигаемся в сторону речки Гарабаши. У нее будем завтракать. Двигаемся тут по обочине. Идти, наверное, около 2 километров. В принципе, немного. Как раз заодно сейчас согреемся, потому что ноги засунули в холодные ботинки, они сразу замерзли. Но сейчас уже ногам стало теплее. И это очень хорошо. Вот начали машины ездить. Кто-то едет назад. Но большинство едут все на поляну Азау. Вот откуда мы идем. Но в скором времени поток увеличится. И машин будет очень много. Солнце постепенно начинает подниматься вот над теми горами. И, наверное, может через час, через полтора уже поднимется выше. И здесь будет все в солнце и начнет теплеть. Кстати, вот наверху ветер. Вчера хорошо ветра не было. Вот тут, кстати, в долине тоже нету ветра. Вот, а наверху ветер есть. Вот мы подошли к речке Гарабаши. Сейчас ее перейдем. И здесь у самой речки устроим завтрак. Позавтракаем, после чего пойдем на гору Чигет. В 9:17 мы завтракаем. Вот здесь течет речка Гарабаши. Я уже поел, сейчас ест Андрей. Речка не замерзает. Такая быстрая, мощная горная речка, но небольшая. Вот у нас тут уже солнце взошло. Сейчас мы заварим термосы с чаем. И пойдем на поляну Чигет. И начнем подниматься по трассе. Попробуем зайти на какую-нибудь там высоту. Вот, пойдем, кстати, в кошках. Взяли с собой кошки. Я еще бахилы взял. Вот, попробуем зайти. Наступило 3 января. Мы находимся около речки Гарабаши. Сейчас время примерно 10:30. Сегодня начинается первый наш настоящий походный день. Мы приехали вчера, 2 января, сюда примерно в 1:00. Сходили, перекусили, после чего сделали первый внеплановый, так сказать, акклиматизационный выход. Мы вчера сходили, прошли половину пути к водопаду Девичьи Косы, вышли в 7 вечера и шли примерно 1,5 часа, то есть в 8:30 мы закончили. Прошли по высоте примерно метров на 400. То есть начали подниматься, высота была 2 километра 150 метров, а закончили подниматься, высота была 2 километра 550 метров. Вот, поднялись мы за 1:30, а спустились примерно за 1:00. Переночевали в машине, и вот сегодня проснулись с утра, пришли к речке Гарабаши, здесь перекусили рисом с мясом, с вяленым мясом, и сейчас будем выдвигаться на поляну Чигет, после чего начнем подниматься на гору Чигет. Подниматься будем в кошках по горнолыжной трассе, примерно там где-то с краешку.
Вот, погода сейчас хорошая. Над долиной этих мест выглянуло солнце, начало припекать. Ночью было минус 10 примерно, с утра минус 5. Ну, сейчас, соответственно, теплее. Кстати, вчера ходили в МЧС. МЧСники сказали то, что вот в ближайший там день-два на вершине примерно минус 52. То есть это, ну, вообще очень холодно. Вот, ну, задача у нас на сегодня по максимуму подняться на гору Чигет, после чего спуститься и возвратиться примерно до... Возможно, возвратиться до этого же места, чтобы тоже тут перекусить. Возможно, пойдем к стоянке. Пока что непонятно. Вот, то сейчас мы заполним термосы чаем и отправимся на поляну. Ну вот, после завтрака мы идем на поляну Чигет. Проходим вот тут вот здание МЧС направо. Туда мы пойдем регистрироваться. Вот сейчас мы идем по Терсколу. Очень много машин ездит. Вот. Все едут кататься на лыжах. А мы сейчас, минут, наверное, через 15-20 дойдем. Поляна Чигет находится за за поселком Терскол. Сейчас там табличку пройдем. И, возможно, еще чуть-чуть. Я точно не помню, но... В общем, еще недалеко идти. А так погода прям отличная. Светит солнце. Уже разогрело. Вот такие горки. В 10 часов 45 мы сворачиваем на поляну Чигет. Вот табличка. Сейчас повернем направо. И до нее идти, наверное, еще на минут. Может, 7. Ну, 10, наверное, максимум. И начнем потом подниматься на саму гору Чигет по горнолыжной трассе. И вот мы подошли к поляне Чигет. Здесь традиционный базар. Можно купить всякие сувениры, подкрепиться. Вот, а мы сейчас пойдем, скорее всего, рядом с канатной дорогой или прям вдоль нее, наверное, может даже под ней, по горнолыжной трассе. Сейчас найдем, где заход, и начнем подниматься. Так, мы начинаем подъем. Вот, в общем, поляна Чигет, высота 2 километра 70 метров. Время примерно 11 часов дня. И вот будем подниматься. Вот пойдем справа, аккуратненько. Катаются народу, кстати, немного по сравнению с Эльбрусом. Вот мы начинаем подъем. Сейчас свернули немного с трассы и, можно сказать, углубились в лесок. Вот тут попробуем идти. Ну, тут сугробы, конечно. В общем, мы решили с лесу свернуть и подниматься рядом с трассой. Потому что по лесу идти вообще невозможно, там снег глубокий. Вот, кстати, канатка едет. Вот, и будем вот так вот подниматься аккуратненько. Катаются здесь, кстати, редко. Не очень часто. Мы, кстати, одели кошки, сейчас пойдем в них. Продолжаем подниматься. В кошках идется намного лучше. Вот что плохо, здесь узкое место. И не видно, может из-за поворота вылететь горнолыжник или сноубордист. Но тут, в принципе, катаются опытные люди. Неопытные тут вряд ли поедут. Вот, в общем, тут надо аккуратненько смотреть, чтобы нас никто не врезался. Мы продолжаем подниматься, не спеша. Узкие места тут начались. Ладно, хоть никто не ездит пока. Это радует. Кругом, конечно, красиво. Солнышко. Горы. Ну, а мы будем подниматься дальше. Так, мы продолжаем подниматься. Вот появился Эльбрус. Великолепная погода, он тут виден. Вот встретили еще двух парней, тоже поднимаются пешочком. Вот, в общем, будем продолжать двигаться дальше. Наверное, скоро дойдем уже до конца первой очереди канатки.
Поднялись мы примерно на 200 метров по высоте. Вот гора Дангус-Арун, ледник Семерка. А мы двигаемся вот сюда. Вот где-то правее должна будет заканчиваться в первую очередь канатки. Ну, пока что не видно. Вот. Прошли примерно 900 метров. Где-то вот так вот примерно. Ну, в принципе, идется нормально в кошках. Без кошек потяжелее маленько. Вот долина. Отсюда мы приехали вчера. А тут дорога петляет между гор. Ну, красота нереальная. Солнце светит вообще. Вот тут, кстати, сейчас склон стал такой более пологий. Идти попроще, поприятней. Но все равно так чуть-чуть тяжеловато, конечно, все равно в горку идем. Но интересно. Продолжаем подниматься. Можно сказать, по такой своеобразной косой полке. Вот солнце скрылось за Дангус-Аруном. Вот оно, теперь тут тенек, чуть прохладнее стал. Так идет, в принципе, ничего, нормально. Ну вот, тропа кончилась, мы теперь поднимаемся чисто по склону. Тут, в принципе, настовый снег, то есть идти можно более-менее нормально. Вот, мы поднялись примерно на 300 метров. Сейчас высота где-то 2 километра, 470 метров примерно. Тут уже дует такой неприятный ветерок. Солнце выглянуло из Дангус-Аруна. Теперь будет чуть-чуть потеплее. Ну, а мы идем туда, вон, к канатной дороге. Высота 2 километра 500 метров. Мы продолжаем подниматься. Вот сейчас тут задул неприятный ветерок. Хотя солнце немножечко припекает. Вот если бы солнца не было, было бы намного прохладнее. В общем, нам примерно еще 200 метров до конца, в первую очередь, канатки. Вот там должна быть кафешечка. Туда зайдем, купим водички. У нас уже кончается. Очень красивые виды открываются. Вот особенно долина. Прям вообще красота. Продолжаем подниматься. Чисто по бездорожью. Вот где травка растет, тут идти намного проще, чем где ее нету. Хоть там и передувает, но все равно глубоко проваливаешься. Вот угол наклона тут довольно-таки крутой. В общем, идется тяжело. Ладно, еще, в принципе, немного осталось. Вот она, долина. Ну, вообще, очень красиво. Легкий ветерок продолжает дуть. Ну, в принципе, комфортно. Потому что мы и так уже все вспотели. Таких нагрузок. Вот. Но будем двигаться дальше. Продолжаем подниматься. Сейчас высота 2 километра 600 метров. То есть мы поднялись примерно на 430 метров. Довольно-таки неплохо. Если учесть то, что тут в некоторых местах глубокий снег, дорогу передувает. Иногда, кстати, появляется ветер неприятный. Но в принципе идти нормально, особенно когда солнце светит. Склон довольно-таки крутой. Поэтому быстро идти не получается. Сейчас идем в сторону канатной дороги. Туда примерно к 3000. Ну там, возможно, поменьше, то ли 2800.
Вот, там должна быть кафе Ай. Идем туда, и как раз с той стороны должен уже виден быть Эльбрус. Там посмотрим на него, пофотографируемся, потому что сейчас погода хорошая, как раз надо немного пофотографировать. Вот, там отдохнем, и то, если будет еще у нас время и сила, то еще поднимемся повыше. Ну вот мы практически подошли к концу первой очереди канатки. И вот он, Эльбрус, во всей красе. Ну хотя еще не во всей. Все-таки тут еще Чигетово немножко закрывает. Но потом будет еще лучше видно. Облаков пока что нету. Поэтому нам должно повезти с фотосессией. Вот, народу много ездит. Иногда сноубордисты проезжают. Катаются по Чигету. Ну, красота, конечно, кругом. Зимой немножечко по-другому. Все так укрыто белым покрывалом. В общем, мы продолжаем подъем. Там должна быть кафешечка, немножечко посидим, купим водички, отдохнем. И продолжим еще путь наверх. Вот Андрейка прокладывает дорогу на фоне Эльбруса траверсом или змейкой, так называемой. То есть петля из стороны в сторону. Конечно, можно идти чисто вверх, но так тяжелее, а так траверсом идешь туда-сюда, полегче, не так круто получается. Так, заканчиваем мы первую часть подъема. Вот она, первая очередь канатки заканчивается. Почти забрались. Немножечко там передохнем и, наверное, еще поднимемся повыше. Перекусив в кафешке, мы двигаемся еще выше. Вот уже тучи начинают налетать. Высота 2 километра, 720 метров была. Сейчас где-нибудь, может, 740. Вот, пойдем туда. Тут уже тропы никакой нету. Придется так вот пробираться. Двигаемся дальше. Вот такой диагональю. Туда к Эльбрусику, чтобы немножечко там фотографироваться, посмотреть. Потом, возможно, еще чуть-чуть повыше поднимемся. Сейчас еще плохо, уже тучи налетели. Погода меняется быстро в горах. Вот поэтому Эльбрус теперь только иногда открывается. Дангул-Сарун практически весь закрыт. Туча его поглотила. Вот такая мощная. Вот. Ну, сноубордисты катаются. В общем, Чигет живет такой сноубордической и горнолыжной жизнью. Высота 2 километра 800 метров. То есть мы поднялись сегодня на 730 метров примерно. Вот он, Эльбрус. Закрылся практически полностью облаком. Вот, но мы вот идем вот сюда, к скалам. Да, глубокий снег тут. Тропы нету. Торопим себе дорогу сами. Это довольно-таки тяжеловато. Потому что еще склон крутой. Пытаемся идти таким траверсом, диагональю. Но чисто наверх идти еще сложнее. Немножечко остановились отдохнуть. Но тут находится обрыв, где Андрей стоит. Эльбрус по-прежнему в облаках. А мы сейчас пойдем вот сюда вот. Вот так вот, чуть-чуть правее от нас. Такой диагонали. Еще поднимемся. Ну, уже скоро надо будет спускаться. Ну, еще, может, метров на 100. Поднимемся, наверное. Возможно, дойдем до 3000. Было бы неплохо. Вот, и потом начнем, наверное, спуск. Высота 2 километра 830 метров. Сейчас держим путь. Вон к тем камням, к тем скалам двигаемся. Можно сказать, по такой косой полке, который на Эльбрусе. Ну, хотя это такой разминочный вариант.
Эльбрусик закрыт облаками. Высота 2840, мы продолжаем подъем. Эльбрус уже все полностью накрыла туча. Скорее всего, мы его больше сегодня, наверное, не увидим, потому что там вон туча тянется. В принципе, мы несколько фоточек сделали, когда он более-менее был открыт. В общем, погода портится примерно после 2 часов дня. Вот, в общем, еще будем подниматься, вот, наверное, вот к той скале. Попробуем. Уже скоро нам будет все равно спускаться. Не знаю, до 3000 дойдем сегодня или нет. Вот Андрей в снег провалился. Глубоко. 2800. 70. Ничего не видно. В общем, поднялись уже на 800 метров. Катают сноубордисты, горнолыжники. Два километра 915 метров. На такую высоту мы поднялись. А сейчас двигаемся, можно сказать, в левую сторону, туда, к канатке. Туча нападает потихоньку. Вот. Все окутало. Эльбрус по-прежнему весь в туче. В общем, пока будем подниматься, наверное, до 3 дойдем, а может, до канатки. И начнем спуск вниз. 2 километра 960 метров. Сейчас мы примерно еще 40 метров пройдем. До 3000. Попьем чайку. Нет, вообще чайку мы не попьем, потому что его, наверное, больше нету. Или глоточек, может быть, есть. Но попьем кока-колы, шоколадочкой закусим и пойдем на спуск. Потому что нам сейчас спускаться 3 часа, наверное, в лучшем случае. Вот. Уже будем спускаться какую-то часть в темноте, скорее всего. Вот видно, что над долиной солнце заходит так красиво. Время 16 часов 35 минут. Мы поднялись на высоту 3000 метров, 3001 метр. Сегодняшний подъем составил примерно 4 километра. Мы шли в гору. Вот. Теперь тут все в тучах. Вот еще горнолыжники последние едут, канатку уже отключили. Сейчас мы немножечко попьем колы, шоколадочкой закусим и будем спускаться вниз. Что плохо, то что мы уже закончим спускаться, когда будет темно. Вот практически сразу же мы начали спускаться. Большинство гор уже закрыто облаком. Вот, а мы идем, можно сказать, над канаткой прям. Сейчас двигаемся туда к первой очереди. Вот. Ну, идется, конечно, легче, чем когда на подъем идем. Но все равно особо торопиться не надо. Идется, в принципе, неплохо.
намного лучше, чем поднимается. Но все равно сугробы большие. Иногда проваливаешься. Вот Андрей пошел дальше, туда в сторону первой канатки, а вот эта вот старая канатка, от нее, можно сказать, только опора осталась, ржавая. Вот. Погода начала полностью меняться, завтра, наверное, не хотелось бы, конечно, наверное, скорее всего, будет снег. Ну, ладно, поживем, увидим. Почти дошли до первой очереди канатки, она чуть пониже. Вот тут метров, наверное, 50 до нее. Уже темнеет, поэтому нам надо поторапливаться. Продолжаем спуск по горнолыжной трассе. Некоторые экстремалы тут катались. Вот видны скалы. В общем, места такие довольно-таки опасные. Гора Чигет не для всех сноубордистов и не для всех лыжников, горнолыжников. Так что тут опасные места есть. А мы сейчас вот тут вот, вот где Андрей идет, потом правее берем и левее, вот за холмик. Уже чуть-чуть начинает темнеть, поэтому нам надо поторапливаться. Вот мы спустились до уровня конца первой очереди канатной дороги. Решили спускаться напрямик вниз, вот вдоль старой канатной дороги. Вот туда вниз спустимся, а дальше посмотрим. Возможно, по навигатору пойдем, так же, как сегодня шли. Или по горнолыжной трассе. Высота примерно 2650. Вот продолжаем спуск. Погода вообще испортилась. Тучи затянули горы. Завтра, наверное, будет снег, скорее всего. И тучи будут везде. Это, в принципе, очень плохо. Потому что завтра мы собрались идти к водопаду Девичьи Косы. Там дорога до него есть. Главное, чтобы ее не перемело. Будем надеяться. Пойдем утром. Еще, возможно, до обсерватории дойдем. Ну, тоже посмотрим. Смотря во сколько выйдем. Вот, ну а сейчас будем продолжать спуск. Нам еще спускаться порядка 600 метров. Два километра 570 метров. Вот уже такая высота. Мы продолжаем спуск. На улице все темнеет и темнеет. Горы все больше покрываются облаком. Вот уже сзади нас почти все закрыто облачностью. Андрей спускается. А вот Терскол
и дальнейший путь туда, в Нальчик, в Минеральные воды. Вот по этой долине машины едут. Поток машин виден, вон их очень много. В основном все горнолыжники. Так, высота наша сейчас 2 километра 440 метров. Мы продолжаем спуск. Практически полностью стемнело. Пока идем без фонариков. Склон такой, можно сказать, крутой. Где твердый наст, в кошках идти неудобно. Где, наоборот, снег рыхлый и проваливаешься там на полметра примерно. В общем, по-разному все бывает. В общем, мы продолжаем спуск к поляне Чигет. Продолжаем спуск, практически полностью стемнело. Наверное, больше я снимать не буду. Не знаю, осталось, может, метров 300 или 250 по высоте до поляны Чигет. Вот, в общем, потом, скорее всего, пойдем готовить еду и будем заваривать термосы. И потом пойдем на стояночку. И на этом, наверное, наш сегодняшний денек и наша вторая акклиматизация закончится. Вот поляна Чигет. Она так выглядит с высоты примерно 2 километра 200 метров. В общем, спускаться нам еще чуть больше 100 метров вниз. Вот идем вдоль канатки. Не знаю, минут, может, через 10-15 спустимся. Ну вот, мы практически спустились. Сегодня здесь мы и начали подъем. И тут же мы заканчиваем свой маршрут. Вот тут буквально, наверное, метров 40 по высоте и все. Поляна Чигет еще живет. Видны всякие огоньки. В общем, сейчас мы спустимся вниз и пойдем готовить еду и чай. Вот она, поляна Чигет. Сюда мы спустились в 6 часов вечера. То есть полтора часа нас занял спуск. Вот такой километраж. Высота 2100. Ну а, можно сказать, в самом начале поляна там 2.70 было сегодня. Даже 2.110. Вот, когда мы на гору полезли, счетчик у нас был 5 километров. А сейчас вот 11.6. То есть в гору из горы мы сегодня находили 6 километров и 600 метров. Потому что до поляны мы шли, у нас было 5 километров. В общем, нам еще 5 километров предстоит идти до машины и до нашего лагеря. Но еще по пути нам надо будет сделать чай и поесть.